как всегда, в темном углу дуба с вами Спунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. А наверх я подниматься по этой штуке могу? Нет, он мне прям указывает, что я не могу. Ладно, я тебя понял. Видно? Или тут еще что-то есть? Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Ничего нового не написано. Так. Пока хоть столько возможностей, столько вариантов, куда можно пойти, но путь у меня всего один. Я больше всего ненавижу такие игры, но одновременно они меня радуют. Потому что потом надо... вспоминать! Куда ты ходил? О, там опять эта жаба! Уходим! Да. Ну ее нахрен. Надеюсь, она до меня не пойдет. Иди один. Не-не, забирайся. Нас эта жаба сожрет. Я уже один раз ее встретил. Мне хватит. Смотри, опять помедитировать можно. Но пока я сохраняться здесь не буду. Точнее, отдыхать у нее. Просто выйти. А если сверху на эту жопу спрыгнуть? Опа! Понятно. Надеюсь, здесь жабки нету. А я говорю, пока мне что-то не хватает. Наверное, то, что я не умею бегать по стенам, потому что все выглядит именно так. Вон здесь по стенам пробежаться. Это они сейчас отсюда вылезут? Да. Что творишь? Лоб. Сейчас, подожди, сканируем. Ты что творишь? А ну не трогай меня. Смотри, он отсканировать теперь может их. А, это новое семя для террариума. Что это там? Спасибо. Баграт. Перед атакой заровывается под землю, чтобы сбить противника с толку. Их удар легко парирует, но не давайте себя окружить. Баграт. Широко распространенный вредитель и хищник, который питается мелкими зверьками, наподобие богликов. Из-за слабого зрения баграт является легкой добычей для своего природного врага. Огда. Это кто? Вот этот? Баграты часто нападают стаей в целом. Предпочитая действовать в условиях численного превосходства. При опасности они зарываются под землю, чтобы потом внезапно атаковать. Ничего не подозревающую жертву. Толстая кожа отчасти защищает их даже от ударов с световым мечом. Да, это я заметил. Что они-то просто не дохнут. А это что здесь сканировать можно? Что-то хоть здесь посканировать. Прорыба? Это что такое? Прорыбы обитают в крупных водоемах и питаются водорослями и другими растениями. Когда водорослей недостаточно, множество рыб погибает, а в процессе разложения их тела повышают кислотность воды и постепенно растворяются на дне, образуя ямы. Я даже не понял, что там лежит. То я семечки разные в этом искал, как в Lost Ark. Кстати, я до сих пор не играю, я хочу просто дальше стримить, когда докачаюсь до 50-го. Там, конечно, есть сюжетные моменты некоторые прикольные, но не настолько, чтобы каждый раз их показывать. Там очень по большей части очень много муторных моментов. Беди один. А вот там что-то есть? 50-го, да, можно уже начать.
как это делать? Пробуй еще. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Хорошо, Падаван. О, меня научили теперь наконец-то по стенам бегать. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Что, вспомнил, что ли? Просто вспоминаю старые трюки. А чё ты раньше этого не делал? Неужели тебе так память-то отшибла? Это я теперь назад могу вернуться, да? А оно мне надо? Давай пока не залезу, ну и ладно. Покажешь снова тот короткий путь? О, теперь смотри, доступно. Но я туда идти не хочу. Мне не туда. Мне еще здесь можно много чего посмотреть, что есть. Если у меня получится. О, ты смотри-ка. А как туда? Как туда попасть? Не-не-не, подожди. Ну, понятно, не сработало. Не получилось. А чё это он не пробежал? Ты же здесь можешь по стене бегать, нет? Странно. Я его не понимаю временами. О, ничего себе. Вот оно, что оказывается, тут надо было сделать. Я и так еще умею. Здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с орденом джедаев. Ну, я знаю, что такое медитация. Или не знаю. Нет. Оно все старое. Не, ну то, что когда ты отскакиваешь от стены, у тебя хватает энергии, чтобы бежать уже по следующей стене, это интересно. Мне об этом никто как бы так-то и не рассказывал. Ух ты, улетел я куда. Надо было по-старому. Это же сколько сразу у меня мест открывается, а? А если я туда попробую? Давай сразу себе здоровье увеличим, не знаю, мне нужны атакующие навыки. Что здесь есть? Кэл может совершить еще одну мощную атаку после выполнения удара сверху. Выполнять такие быстрые уклонения. Пнуть врага можно. Это, короче, все в атаку идет. Это у нас выживание. Ладно, я хочу себе больше хп. Опа. А здесь у нас сила идет. Я же знаю, что здесь сундук есть. Я его видел. Я про него не могу забыть. Эй! Ты нашел что-нибудь, бедятик? Выше новый переключатель с этого меча. Не знаю. Надеюсь, они какие-нибудь характеристики-то дают? Или я просто так их собираю? Так, для красоты. Внешку поменять. А то тогда смысла действительно никакого не будет от того, что я это делаю.
О, здесь, кстати, меня сейчас, да, обучают новому трюку, то, что я могу по несколько стенам бегать. Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. А как-нибудь... Я пока не могу, да? Скорее всего. Подожди, а мне сюда не надо, что ли, было? А, мне назад надо было. Сюда хоть и можно попасть, но... Не сейчас. Я не умею с этой штукой обращаться. Окей. Точно, мне же тупо назад сейчас надо. Наверное. Что это такое? Нет, не могу с ним взаимодействовать. Сканировать. Посмотрим. Я, походу, заблудился. А, не, вон, лифт какой-то есть, смотри-ка. Столько мест, куда пройти нельзя. О, здоровый там сидит, ты смотри. Вон он, что это такое? Хрен его знает, до кого это даже похоже. Так, тут я ничего не сделаю. Или сделаю. Нет, не сделаю. Я просто вниз упал, и меня чуть-чуть не сожрали. Ничего себе, вы прыгаете. Чуть не сожрали меня толпой. Что творите? Что это там? Что это? Это Сплокс. Так вот, большими группами могут сворачиваться. Сплоксы крупные, проворные насекомые, которые чаще всего действуют скоординированными группами. Они всеядные и обладают небольшими тонкими крыльями, позволяющими парить над землей. Ничего себе, склопсы умеют сворачиваться и перекатываться, чтобы быстро атаковать и ошеломить противника, дав возможность для атаки остальной стаи. Ничего себе. Так, я могу туда залезть отсюда. Или не могу. Пока не хочу. Здесь был чей-то лагерь. Кто-то был рад, что нашел гигантское существо, живущее рядом. Пинок. Так его назвали. Пинок — это джедая так зовут? Или гигантское существо, которое там прячется? Напополам просто все разрубаю, а? Как хорошо, как красиво. Так, здесь я был. По стенам я, наверное, еще прыгать не умею. И отсюда, да, я пришел. Туда ушел. Все. Остается только один проход. Сколько же здесь разных возможностей. Вот, забываю. Забываю про кнопку. Про нее забывать нельзя. Ух ты, как больно. Нет, меня сейчас насекомые сожрут. Взломаешь? Чтобы вырвать этим устройством, мне необходимо починить щуп-адаптер. Но дать отпор тому богату? Ты храбрец. Погоди. Я тебе взламывать ничего не могу. Что это? Ты такую штуку главную пропусти. Ой, сломал. Ничего себе, блин, как ты мог? О, а тут он сидел, наблюдал за ним. Ты похож на ленивого крокодила, ты смотри, а? На сопырки свои вытащил. Какой здоровый, какой прикольный. Иди сюда, беди один. О, у меня от беди один даже этот джойстик вибрирует. Теперь я умею.
Теперь я знаю, как это на делать. На перегонки? О, держись! Тихо, подождите-ка, потом на перегонки. Потом мы еще туда сходим. Тут смотри, сколько места, которое можно поизучать. Можно туда прыгнуть, да? Опа. А здесь у нас ни хрена нет. Зачем я это сделал? Без понятия. Мало ли. Там семечко бы какое-нибудь нашел. Здесь он прям целый пласт для изучения. Что это такое? Это что? Хрен его знает. Я здесь вообще был? Возможно. Да, блин. Ну ладно. Ты что, это изучить можешь? Проверим. Загадочный скелет. Строение костей указывает на их принадлежность к крупной рептилии. Согласно анализу отдельных элементов костей, их возраст не менее 1000 лет. Неплохо, неплохо. Я, кстати, надеюсь, что у меня сегодня получится хотя бы первую серию. Так-то я сегодня сколько? Я планирую серии 3-4 записать. А я, наверное, сюда не заберусь. Или у тебя получится, потому что по той куче мусора это еще не конец. Я не мог залезть. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Ну, смотри, что-то новенькое. Конечно, отдохнуть. Я сначала подумал, что это какой-то джедайский лифт. О, смотри, сканировать. Надписи. Хранилище построено из карнита, твердого камня, богатого минералами. Внутренние стены покрыты металлом и надписями. Этих глифов нет ни в одной голографическом банке данных, свидетельствует того, что со временем язык был утрачен. А я также их открыть не могу. Лоб. Дашки. Отношения. При создании этих реликвий использовались материалы, которые не встречаются на Богану. Хрупкость конструкции указывает на то, что они выполняли исключительно декоративную функцию и могли являться объектами религиозного значения. Возможно, их приносили сюда в рамках паломничества. Я их вообще разбить хотел. Я все время в играх, когда вижу кувшины, это что означает? Их надо разбить. Потому что в них внутри что-то есть. Это уже... закон. Если в игру добавляют кувшины, значит внутри что-то есть. Эти фигни. Как внутри вот этой маленькой. Не понял, как я сюда попал. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе.
Впереди тебя ждет камера-хранилище и еще одно испытание. Я могу доверить Голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зефо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зефо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Чё, мне теперь обратно надо? Подожди. Крепунт Зеф. А что с этими стенами? Вот это нельзя вырастить? Понятно, это он мне просто еще раз написал. Искать древние гробницы на Зефу. Все? В смысле? А, это я вниз спустился. Или нет? Как я так телепортировался, а? Кто мне скажет? Нет, не надо, не надо. Назад, назад. Ох, спасибо. Или подожди. Интересно, два разных прохода? Ну-ка, кстати же, я не заходил. Опа. А тут я просто вышел. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Ну, ждите, подождите, у меня там еще пару проходов есть, куда бы я хотел зайти. Ух ты. Ты что творишь? Ох ты ж. Он меня сожрал. Просто закусал, надо как-то блоками, наверное, пользоваться, да? Чтобы меня не сожрали. Надо бы уже начинать контратаками пользоваться, а не просто прыгать. Чух-шух. Я кролик. Как-то не знаю, мне увороты с прыжка больше нравятся, чем обычные кнопки B. Давай, поговорим с тобой. Как-нибудь. Попу так взял и вернулся, да? А ты что, стебешься, что ли, а? Хиль! Так-так-так-так! О! Ух, опять он эту штуку со мной сотворил. Ты смотри, но у меня что-то получается. Сейчас я его точно, в этот раз я его накажу. Смотрите, как это будет работать.
Это просто я разогревался. Таких противников я еще не встречал, которые мне могут навалять. А тут первый встретился. На первой же локации. Меня там даже обычные жуки избивали. Почему бы и нет, правильно? Мне хрен было самую высокую уровень сложности ставить. Теперь страдай. Понятно. Помоги, беги! Я его ненавижу, этот удар, от него практически нереально увернуться, если ты в упор к нему находишься. Я ведь обещал то, что я его сейчас убью. Вы ваншотит меня, я даже он отхилился, и что мне это дало, я сразу же отъехал. Ну что ж ты, вонючая жаба, сейчас я тебе надаю. Своим мечом. Засуну тебе ее в пасть и прокручу так, чтобы тебя все кишки там расплавило. Смотри, сейчас все будет. А, не надо, пожалуйста, хватит. Нужна помощь. Ты твою ж... Спасибо. Давай. Зачем против этого удара делать? Как быть? Он ко мне в упор находится, чтобы быстрый бег не работает. Прыжок тоже. Если ты правда находишься на приличном от него расстоянии. Хотя бы в метрах двух, тогда да, тогда ты еще уклонишься с этого прыжка. А так ты что? Я так понимаю, когда он красным загорается, блок не сработает. Должна... Сейчас опять будет эту штуку использовать. А почему я сразу так не сделал? А ведь может лишь когда хочу. Так, они не существуют, ты смотри какой. Используй атаку с этим мечом. А. Чтобы отсечь язык. А, точно! У меня же есть сильный удар. Как я про него мог забыть, а? Так, ого, грозный хищник, который находится на вершине пищевой цепи. Ком он способен схватить жертву на расстоянии 8 метров, а затем тащить прямо в пасть, сожрать. Такая атака может застать врасплох практически любую добычу. Огда обладает прочной шкурой, которую нельзя просто так пробить световым мечом. Из-за этого он способен в ближнем бою навешать вам таких специальных атак, что вы охренеете. И он там еще прыгает в жертву, чтобы сократить дистанцию, ну или сбежать от нее. Ладно, мы его избили. Хорошо. Теперь можно идти куда-нибудь, да? Я ведь прав? Я могу куда-нибудь идти. Только бы не сдохнуть. Вот что еще хорошо. Опа. Я тут был? Возможно, нет. Нет, я тут не был. Видимо, заблокировано. Ты ж твою-то, а? Что за подстава? Еще одна дверь заблокирована. Я ведь так надеялся. Так мечтал. Опа. А эта дверь уже открывается с другой стороны.
Галоп. Мой друг, выходит, что зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Открытие Датамира. Это получается, некоторые именные миры можно открыть только с помощью... Когда ты находишь какие-нибудь места такие секретные, да? Я очень сильно на это надеюсь, потому что это было бы охренительно. Так, я выхожу отсюда. С той лягухой я сражаться не знаю, буду, не буду. Обратный путь должен быть короче. Так, давай лучше отхилимся. Я практически очко навык уже открыт. Более-менее способности этой жабки я знаю. Но я практически уровень апнул. Мне так не хочется, если что, сейчас подыхать. Я какую-то жабу испугался, да? Смотрите-ка на меня. Я же джедай. Бесстрашный воин. Должен уничтожать всех и вся. Нет, я жабу испугался. Вдруг она меня сожрет. Так, тут не пробежишь. Ну или, по крайней мере, я сейчас не умею. Опа, тут тоже некуда идти, пока только к жабе. Давай, если что, она меня будет меня убивать, я убегу. Бегу с криками, в слезах, но я хотя бы убегу и оставлю опыт при себе, а так? Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Понятно! Чё я сюда приходил, а кто мне скажет? Существо мало воняет, так ещё и избило меня с одного удара. И чё я все очки опять срал? И врите мне, пожалуйста, этого. Я понял то, что туда идти нельзя, но слишком страшно. Она меня ваншотит в любом случае. Пожалуйста, верните мне мои очки, я все равно его не убью. А-а-а, все, потерял. Кто ж так делает-то, а? Кто ж так делает? Враги так делают. Так изуродовать меня. Какой-то странной жабе, пойду ее убью за это. Все, я очень сильно настроен, я готов ее убивать. Я верну весь свой опыт и еще на ней заработаю. Не может быть же две жабы подряд, которые будут меня нагинать с самого начала игры. Нет, я в это не верю. Я кто, по-вашему? Простой штурмовик или джедай? Конечно же, я джедай. Обладаю сверхспособностями, световым мечом. Чутьем еще, все кранты тебе, жабка. Давай. Фу, я буду осторожен, предельно. Давай. Я даже ее... Да куда ты в нее прыгнул? Зачем ты в нее... Куда он сиганул, а? Кто мне объяснит? Зачем он это сделал? Я вместо того, чтобы уклониться, там, как Нео, и увернуться от ее атаки, прыгнул прям в нее. Ясен пень, она меня сожрет. Я еще и легче... Момент устроил то, что я в воздухе в этом находился, она пасть открыла, прыгнула на меня и заглотила. Все сразу же, до свидания. Я так хорошо начал. То, что мне вот сказали, надо пользоваться сильным ударом, меня наоборот это сейчас подвело. И решил резко с новым сильным противником поэкспериментировать, как будет действовать сильный удар. И что я в итоге получил? По роже. Спасибо большое. По роже-то я давно не получал. Все, давайте сюда, твари. Беги! Беги, дрянь! Почему ты не бежал? Ты же бегать умеешь! Все, разучился, что ли? Вместе с опытом ты еще и бегать мало того, что разучился. Как так? Тебе память отшибла из-за того, что тебя сожрали пару раз, или от этой вони? Вот, вот, ты умеешь бегать! Я же вижу, ты умеешь бегать! Почему ты там этого не делал? Знай! Дай, как там нашего героя зовут, я уже не помню. У меня у самого память отшибла после этих лягух. То, что если ты не будешь бегать,
Тебя будут изуродовать просто еще раз. И пока мы ее не убьем, мы отсюда не уйдем. Так что тебе тоже касается. Давай. Беги. Беги. Ох, я опять это сделал. Ну почему? Почему? Как так получается то, что я вот влево пытаюсь от нее отпрыгнуть, а он даже бегать не хочет. Но он же умеет бегать, ну, каждый раз, когда он ее видит, и она начинает кастовать эту суперсильную атаку, я вот вижу то, что он ее кастует, он не хочет никак реагировать. Вот, бегаешь, да? Сейчас бегаешь. Почему ты там просто ходишь? Ты мне объяснишь, нет? Что с тобой не так? Я говорю, он после того, как его сожрали, весь опыт он потерял, и все, он разучился со всеми сражаться. Нет, это не мои руки кривые, это он во всем виноват. Чуть прыгать прям в него. Давай, беги. Ну, вот, все, побежал. Бегай. Да бегай ты, блядь. Давай! Да куда ты? Я не понимаю, как это происходит. Я вот даже вправо не нажимаю. Я не нажимаю вправо то, что он прыгал. Я нажимаю все время влево. И все равно он прыгает в ее сторону, когда я бегу. Как это происходит, а? Ну как? Он же никак не должен в ту сторону прыгать. В чем этого прикол? Я не понимаю. Честное слово, для меня это какая-то загадка. Может мне силу использовать, чтобы замедлять временами эту жабу? Когда она начинает, к примеру, использовать вот эту штуку свою сильную, в этот момент можно ее замедлить и спокойно уклониться. Кстати, я же свою силу не использую. Давай попробуем. Как будет вообще сила действовать на эту жабу? Почему я свою силу не использовал? Я ожидаю. И как это понимать? Иди один. Тим. Да опять он в нее прыгнул! Что это за... Блять, я не понимаю, почему это происходит. Ну, наконец-то! Я уничтожил это существо, его просканировать нельзя. Как ты меня достал? На тебе! Так мало за него опыта дали. Неужели он настолько слабый был? Кстати, я здесь ящик не могу открыть. Ух, какой же он был жесткий, а! Сколько времени получится из-за здоровья? Он пытался защитить свою семью? Боглик сражался с Огда, отчаянно пытаясь защитить свою семью. Я ненавижу эту тварь, так она меня бесила здесь, это же ужас какой-то. Ну что, я без получения урона убил, а по-другому никак. Если бы она мне что-то наносила, это все. Это сразу же смерть. Ментально причем. Не, либо я, только вот когда увернувшись от всех атак, мне получилось его грохнуть. Охренеть. Столько времени на нее потратить. Сколько? Я 10 минут 30 минут просидел с этой жабой, пока ее атаки учил. И понимал, как увернуться от нее. А то я постоянно в комнату на протяжении минут 5 приходил. И с ее суператаки подыхал с одного удара. Ладно, убили. Так, древо навыков. Что я хочу себе? Давай вот эту фигню. Увеличит максимальный запас силы, да.
А то не опыт не потерял. Печатин. Разрывайте, это жопа какая-то. Опа. Так. И вниз сразу же улетели. Замечательно. Что-то я уже и забыл, как тут играть немножко. Пока с этой жабой сражался. Ну зато чё. Понял, как уклоняться наконец-таки, как уклонение здесь работает. Что здесь не один раз Б надо нажимать, а два раза. Это только от маленьких атак можно так уклоняться. Там мост есть, но мне туда пока еще рано. Привет. Да, мне тоже, смотрю, пока еще рано, я никуда здесь не допрыгну. Если только... Не, я туда точно не допрыгну. Кстати, можно будет сходить сейчас, пока в этой серии находимся. Куда можно будет сходить? Ух ты как. Успел. Все время забываю то, что здесь надо L1 вовремя нажать, а тут и все. Отъедешь. Так, куда я хотел здесь сходить? Бери. Не туда, да, наверное. Нет, сюда, нормально, допрыгну. Здесь же была одна местность, куда я мог пропрыгать с помощью своих прыжков. О, да, здесь где-то. Я здесь даже не знаю, кто мне страшен. Это чудовище меня с одного удара убивало. А если не убивало, то по-любому следующий удар был мне окончательный, даже если я подхилюсь. Там какой-то... Вон на что. Я помню это место. Я знаю, где мы находимся и как туда... Куда я туда там пойти могу. А как, не можно как-нибудь? Вот, да, зацепился. Интересно, я могу... Там хоть с этим ящиком взаимодействовать, я не просто так туда иду. А то если так, то это будет обидно. Ладно, если что, тут наверх забраться можно. Еще снимай. Вот так. Да. Что, можно и больше? Спасибо, Биди. Да ладно. Вот это да. Я тоже счастлив. Даже себе представить не можешь, как такую охренительную штуку найти. Увеличено максимальное число спинов. Это просто нереальная охренительная штука. Но, видимо, мне все равно сюда придется идти, потому что дальше-то я пройти не могу. Так. Опа. Опа. Ну и что же, я думаю, на этом можно будет закончить. В следующей серии тогда полетим на какую-нибудь из планет. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.